Привет, друзья! Сегодня готовим хреновину. Этот рецепт немножечко отличается от классического рецепта, поэтому советую вам тоже приготовить, вдруг и вам понравится. Корни хрена, чищенные, чеснок, острый перец, соль, сахар, из специй хмели-сунели и помидоры. Вес овощей я дам в чищенном виде. Помидоры перекрутим через мясорубку, блендером пробьем перец, чеснок и корни хрена. Перекладываем все в блендер и перекручиваем. Структуру можно сделать такую, как вам нравится. То есть перемолоть сильнее, как в крошку или вот в такую стружечку, как у меня. Перекладываем в миску. И я сразу сюда же буду перекручивать помидоры. Добавляем соль, сахар и специи. Еще раз повторюсь, что это не классический рецепт, но тоже сам по себе хрен получается, соус хреновый, очень получается вкусный. Даем постоять минут 10, и потом можно раскладывать в баночки. Прошло 10 минут. Еще раз перемешиваем и раскладываем по баночкам. Такой соус хранят обычно в холодильнике. К мясу, к рыбе. Это очень вкусно. Друзья, из данного количества продуктов у меня получилось 2 баночки по 250 мл и 1 700. Ну и вот такой маленький соусник. Приготовьте и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео. Здоровья вам и вашим близким!